Телеканал КРТ представляє. Вітаю всіх! На Україну дивиться весь світ. А ось якими очима ми дізнаємося зі мною, з Русланом Коцабою. У наших братів-білорусів 9 серпня чергові президентські вибори. І в черговий раз на президентських виборах головним кандидатом є діючий президент республіки Олександр Лукашенко. Нагадаємо, править Лукашенко з 1994 року, тобто вже 26 років поспіль. У Білорусі сталося те, чого ніхто й уявити собі не міг. Команда з трьох жінок згуртувала опозицію. Німецький телеканал ARD розповідає про трьох грацій – Світлану Тихановську, Вероніку Цепкалу і Марію Колесникову. Ці жінки вступили в боротьбу проти найдавнішого президента Європи. На минулому тижні Лукашенко відвідав навчання Сил безпеки, де відпрацьовувалися методи придушення демонстрацій. На початку червня Лукашенко оголосив, що планувався переворот. Але в Білорусі Майдану не буде, сказав президент. Для нас Майдан не то, що неприємлив. Майдана в Білорусі не буде. Це наша з вами, людей в погонах, священна обов'язаність і задача – зберегти мир і стабільність на нашій землі. Лукашенко колись здобув схвалення широких мас тим, що втримав в країні стабільність, уникнувши хаосу і масового безробіття, що заполонили у 90-х більшу частину колишнього Радянського Союзу, пише американське видання New York Times. Провальне квітневе опитування Білоруської академії наук показало, що Лукашенко довіряє лише близько третини населення. Для лідера, який контролює всі телеканали та інші ЗМІ, це гнітючий рейтинг, вважає видання. Недавній відхід Лукашенка від Москви став особливо помітним після лютневого візиту у Мінськ Майка Помпео. Це був перший візит американського держсекретаря з початку 90-х. Після цього Вашингтон вперше за десятиліття призначив до Білорусі посла. Це, на думку New York Times, вірна ознака того, що Лукашенко хоче покращити відносини зі США. З нами на зв'язку з Білорусі Павло Карназицький, колишній білоруський опозиціонер, білорусько-український журналіст та політик. Павло Карназицький – незалежний політичний білорусько-український оглядач. У 90-х роках був опозиціонером Лукашенко, за що переслідувався. Нині підтримує політику президента. Пане Павле, як ви нас чуєте? Чую добре. Доброго дня. Доброго дня. Пане Павле, як ви оцінюєте шанси Лукашенка стати президентом у черговий раз? Шанси дуже високі, за нього будуть голосувати люди, і тому я навіть не знаю, що ще можна добавити. Ну, стане президентом знову. Високі настільки мене цікавить, просто, бо білоруська опозиція поширює інформацію, що нібито рейтинг Лукашенко 3%. Чи дійсно це так є? Білоруська опозиція, звісно, намагається доказати всім, убедити всіх про те, що рейтинг Лукашенко 3%, але це результати соціологічного опросу на їх інтернет-ресурсі, і вони свідчать лише про те, що у них серед читателів інтернет-ресурсу їхнього, серед їх фан-зони 3% неблагонадіжних адептів, которые не проголосовали за нужного кандидата. Вот эти рейтинги 3%, непонятно откуда они взялись, но они, многие люди в них свято верят, сами себя убеждают, проповедуют, даже готовы получать административные штрафы, там, рисуя граффити там, на каких-нибудь помещениях, зданиях про эти 3%. Поэтому еще раз повторю, что 3% — это показатель неблагонадежных адептов и в их секте, а не рейтинг Лукашенко. Рейтинг Лукашенко где-то на уровне 50-60% с учетом того, что его электорат придет на выборы, он будет где-то в районе 70%. Пане Павле, скажіть, будь ласка, ви сказали електорат Лукашенка. Електорат Лукашенка, він інтегрований по якихось конкретних областях Білорусі, регіонах білоруських чи певних вікових градаціях? Чи, можливо, місто, село? В Беларуси нет регионального такого деления на том, что на востоке Запад и Беларуси – это монолитное государство, потому что, в отличие от Украины, белорусский народ был разделен только на 20 лет, в
вот эта Польша, Западная и Восточная Беларусь, это разделение как бы не разделило народ. Всю остальную историю Беларусь как бы входила в состав одного государства, ну, всем, всей страной. В отличие от Украины, которая была разделена на 300 лет между Австро-Венгрией, там, Османской империей, Российской империей. Поэтому в Беларуси вот как раз регионального деления нету. По социальному статусу здесь тоже я бы не сказал, что есть такое большое разделение, потому что, в принципе, люди... У нас идет разделение на адекватных и неадекватных. Больше всего недовольных Лукашенко находится среди так называемой богемы, среди людей творческих, ну, которым, возможно... Кстати, вот в Киев сбежало два ресторатора, вот фактически коронавирус немножко накрыл ресторанный бизнес, они сегодня, протест электората, они сегодня недовольны Лукашенко, потому что Лукашенко, наверное, не стал оплачивать их бизнес, там, риски по поводу того, что у них закрылись рестораны все. Пане Павле, скажіть, будь ласка, опозиціонери білоруські часто говорять про втому від особистості президента, що він 6 разів поспіль президентом. От ви спілкуєтеся з вашим колом земляків. Що по ваш, як вони вам пояснюють, що це за втома? Ну, смотрите, да, дійсно, от іноді, от коли в теоретичних условиях, вони устають від стабільності. Есть какая-то усталость людей от стабильности, хотелось бы чего-то нового, чего-то другого. Но вот большинство людей все-таки хотело бы Лукашенко, если менять, то на что-то более как бы подходящее, с какой-то программой, с какой-то планом, который устраивает большинство населения. А сегодня же на выборах белорусам предлагают выбрать неизвестное, потому что вот кандидат, которая осталась, фактически еще за... 2 месяца до выборов она собиралась жарить котлетки, никуда в политику не собиралась. И сейчас, если верить ее заявлениям, она снова собирается выиграть выборы, назначить новые и пойти жарить котлетки. Поэтому на сегодняшний день как бы, кандидаты альтернативные не предложили какой-то программы развития. Никто из них, вот тоже даже кандидаты, которые слетели, Цепкало, он был верным слугой Лукашенко 20 лет, последние 3 года после того, как его выгнали, он как-то отмалчивался, и вот уже за полгода до выборов он вылез и сказал, что я тут политический лидер, я тут спасу страну. Но народ ему не поверил, типа, а почему ты 20 лет до этого служил Лукашенко и не попытался даже хоть что-то сделать, как-то повлиять на курс. Тот же Бабарико, который банкир, тоже 20 лет работал в банке, никакой политической активности не проявлял. И тут резко, когда на него завели уже уголовное дело и начали обвинять в мошенничестве, он пошел в политику. Фактически на сегодняшний день у Лукашенко даже альтернативы нет, никакой альтернативы рассматривать его курсу. Дякую. Ви щойно говорили якраз про тих, які були при владі, і опозиціонерів. А самі ви теж були учасником білоруської антилукашенківської опозиції ще в 90-х роках. В тому числі, наскільки я пригадую, ви знаходилися в СІЗО, вас тримали в СІЗО за погляди, і ви були змушені свого часу покинути Білорусь, переїхати тут в Україну, де ми з вами спілкувалися. Чому так радикально змінилися ваші погляди по відношенню до Олександра Лукашенка? Ну, я бы не сказал, что очень радикально. Вот здесь есть объяснение. Светлана Алексеевич когда-то выдала такую фразу, что когда ты на баррикадах, то у тебя взгляд замыливается. Так уж случилось, что я в Народный фронт попал еще задолго до появления на политической сцене Лукашенко, хотя и моложе. И фактически он пришел на политическую сцену как мой противник и оппонент. А на баррикадах как бы противника не рассматриваются, с ним сражаются. Точно такая же ситуация была как бы со мной. Фактически Лукашенко был всегда... Вот, как бы я 14 лет как бы пытался боролся с советской властью, там, боролся с властью Кебича номенклатуры. И тут пришел Лукашенко, и я продолжил как бы бороться. И я даже не пытался как-то по-другому оценить как-то противника. Но когда я уже жил в Украине, я начал как-то отошел от баррикад и более спокойно смотреть на то, что делает Лукашенко. И вот уже в Украине, когда я увидел в 2004 году первый Майдан, я начал понимать, что Лукашенко — это не худший вариант. Но важнее на самом деле, вот с возрастом начинаешь понимать, что не то, какой
пахреет над резиденцией, а как под ней живут белорусы. И фактически на сегодняшний день я вижу в Лукашенко многих таких позитивных моментов по поводу того, что, возможно, его происхождение, то, что он сам пацан села. Вот в отличие от остальных политиков, у него нет вот этого безразличия к простым людям. И фактически его вся эта политика направлена на то, чтобы как-то улучшить жизнь простых людей. Ведь бизнесмены сами себе позаботятся. А простым людям нужно государство. Государство их должно беречь, лелеять. И фактически то, что в Беларуси удается сохранить какие-то атрибуты социального государства, это во многом как раз-таки заслуга Лукашенко. Поэтому я начал его как-то по-другому оценивать, по-другому на него смотреть. И на сегодняшний день вот я вижу, что в принципе для белорусов это самый оптимальный вариант. Он не отличается от народа, он может быть его лидером. Пане Павле, зараз дуже багато говорять в нас тут в Україні про те, що, ну і це загальновідомий факт, що в певних громадянських протистояннях зацікавлені гравці, які, як правило, знаходяться за межами країни, чи в даній ситуації за межами Білорусі. Як ви оцінюєте шанси проведення, чи взагалі, чи відбудеться Майдан після виборів Білорусі? Ну, смотрите, вообще-то правы эксперты, которые говорят, что игроки находятся за пределами Республики Беларусь, потому что в Республике Беларусь спонсоров Майдана нету. У нас нету крупного капитала, который хотел бы смести власть и поменять ее. Этот весь капитал находится за рубежом. А то, что на сегодняшний день в Беларусь вкачивается в политическую борьбу огромные деньги, это очевидно. Даже Светлана Тихановская разъезжает, сейчас гастролирует, тройная команда, их типа объединились, три штаба, со сценой, охраной, группой сопровождения, какой-то поддержкой. Это стоит немалых денег. Немалых денег стоит как бы и организация вот этой рекламы в соцсетях, потому что все соцсети просто забиты рекламой. Забиты рекламой Тихановской. Кстати, вот опять же пример. Если у них такой большой рейтинг, как они утверждают, зачем они столько много тратят денег на рекламу? Показывают себя именно на правах рекламы. Знаешь, на самом деле у них рейтинг не такой большой. Насколько серьезная угроза Майдана, я бы не переоценивал эту угрозу, потому что вот самый большой митинг оппозиции, который, сторонников Тихановской, был встреча с избирателями в Минске, на Бангалоре. Там было, по оценкам МВД, 18,5 тысяч человек. По моим оценкам, наверное, все-таки 20-21 была. Хотя как раз-таки сама оппозиция насчитала, что их было 60 тысяч. И вот здесь все эти цифры, они настолько незначительны на 2-миллионный Минск, поэтому я бы здесь не говорил, что вот такая уж большая поддержка оппозиции, угроза Майдана. Да, деньги вкладываются, да, провокации будут, да, инвесторы заинтересованы в том, чтобы сегодня ослабить белорусскую власть. Они даже не собираются победить на этих выборах. Им просто нужно ослабить белорусскую власть на переговорном процессе, сделать еще раз гарантированно, чтобы Лукашенко остался нерукопожатным в международном истеблишменте, и все. Сегодня вот этот банкет выделяются деньги, но белорусы понимают, что за него придется платить не кандидатам, а именно белорусам. Ведь выбрать мешок картошки, а я вот как раз-таки от участников митинга услышал такую фразу, что даже если бы на месте Тихановской на сцене был мешок картошки, я бы все равно был здесь, я бы все равно протестовал, я бы все равно был против Лукашенко. Фактически на сегодняшний день мы видим, что новая политическая сила, которая, из людей, которые вообще не были в политике, не дала результата нигде. Вот даже раз уже я белорусско-украинский журналист, я вот вспомню вам того же Зеленского, на которого возлагались огромные надежды, но я понимаю, что сегодня очень большое разочарование, рейтинг катастрофически падает. Гаразд. Я знаю думку пана Шпаковського стосовно найгіршого розвитку, варіанту найгіршого розвитку подій. Ваша думка, що буде з Білоруссю, якщо такий Майдан, організований, як ми вважаємо, гравцями, які знаходяться за межами Білорусі, якщо такий Майдан переможе, що станеться з Білоруссю, з білорусами? Я взагалі думаю, що це неможливо.
потому что, еще раз повторюсь, у белорусов немножко менталитет от украинцев отличается тем, что мы более такой, как сказать, рассудительные, толерантные. Белорусы боятся не жить хуже. И у нас нету заранее, как бы вот Украина пришла на Майдан с тем, что там, знаете, вот одни были Майдан и антимайдан. У нас вот этого нету. А без антимайдана Майдан сделать невозможно, потому что нет вот этого эмоционального противостояния людей, оно не накручивается. И единственное, что может быть в самом худшем варианте, это они действительно выведут каких-то студентов, молодежь, детей на площадь и сделают какую-то провокацию. Но опять же, учитывая то, что вот в Беларуси все понимают, что в Украине уже 6 лет идет следствие по Майдану, и результата никакого нет, уже будут подозревать, что а власть ли была заинтересована в там, кровавой развязке событий. Люди будут ждать результата следствия и не делать более поспешных выводов. Вот, как раз-таки белорусов темперамент немножко поспокойнее. Возможно, у нас просто холоднее, чем в Украине. Ну, не такие горячие кровь. І, як ти кажеш, ближче до наших баранів, до наших тем, як зараз приймається Україна з Білорусі і загалом, як білоруси оцінюють конфлікт та війну на Донбасі? З болью. Ми дуже сильно переживаємо за Україну. Для мене, хоч і, ну, я жив в Україні, якби це боль, але і для всіх білорусів, то, то що наші якби, южні браті там, не можуть договоритися з друг другом, то, что простые люди воюют в интересах олигархов и капитала, это для нас больно. И хотелось бы, чтобы быстрее как-то Украина все-таки нашла общий язык внутри своей страны, как-то договорились простые люди и не воевали за чужой капитал. Ведь, опять же, ну, все в Украине знают, что те, кто послал людей на войну, заработал на это миллионы. Те, кто пошел на войну, получил боль, кровь. Мирные жители, которые жили на территории, где началась война, получили разруху. Вот сегодня в Беларуси где-то Лукашенко оценил 200 тысяч беженцев с Украины, которых выгнала война. Фактически нам очень больно за то, что украинцы не могут нормально, спокойно жить, заниматься своей судьбой, пока вот продолжается война, ее нужно побыстрее закончить. И в розвиток теми Донбасу, непростої теми Донбасу, як ви гадаєте, операція із затриманням бійців ЧВК під Мінськом – це спецоперація по забезпеченню національної безпеки чи банальний передвиборчий хід Лукашенка? Ну, смотрите, это, скорее всего, большая провокация, провокация, оплаченная извне Беларуси и, возможно, даже за пределов России. Ведь, смотрите, частная военная компания. Это люди, которые наемники войны. Это солдаты войны, это люди, которые служат в войне. Но вот даже чуть ли не до того, как Беларусь официально объявила о том, что задержаны 32, и 33-го где-то там в другом месяце задержали, боевика, тут же уже в соцсетях везде были готовые боты, которые пошли обвинять, как бы обвинять, обвинять. Одни обвиняли там российских военных, которые вмешиваются, другие обвинили Беларусь, что типа подстава против там, российских военных произошла. Фактически вот эта ботаферма уже была включена, кто-то готовился к этой провокации. А на самом деле произошла ситуация, потому что многие не учитывают о том, что это не российские войска, а частная военная компания. Частная военная компания не имеет отечества, она служит тому, кто заплатил. И фактически я думаю, что произошла ситуация, кто-то сделал большую подставу. Возможно, эти военные даже и не знали, куда они едут и почему они какое-то время находятся в Беларуси. А вот белорусские спецслужбы обратили внимание на странные маневры такой милитаризированной группы, организованной людей, опять же, в преддверии выборов, и поэтому было решено ими задержать, проверить и расследовать. Но вот сегодня уже мы видим, Лукашенко дает команду разобраться. Разобраться в ситуации и все-таки желательно выявить того, кто стоял за этой провокацией, кто ее организовал и с какой целью. С какой целью вот именно подставили людей, которые оказались задержанными на территории Беларуси. Ведь, опять же, учтите, что вот в России частная военная компания считается нормой, да, зарегистрированным государством. Но по белорусским законам в Беларуси наемничество это считается преступлением. И фактически то, чем занимались участники этой группы даже за пределами Беларуси, считается по нашим законам военным преступлением, по нашему менталитету оно считается военным преступлением.
Но я думаю, что ситуация все-таки будет разрулена, заказчики выявлены, а люди вернутся в Российскую Федерацию, раз у них паспорта российского гражданства. Ну що ж, сподіваємося, що і у вас, і у нас все буде гаразд. Дякую, пане Павле, вам за вашу відвертість, за вашу компетенцію. І з нами на зв'язку з Білорусі був білоруський журналіст, білорусько-український журналіст та політик Павло Карназицький. Тим часом передвиборчі перегони в Білорусі головною своєю темою отримали затримання бійців військової компанії «Вагнера». Повідомляється, що під Мінськом КГБ Білорусі затримало бійців з Росії, які, на твердження силовиків, планували масові заворушення. Всі вони, як стверджує білоруське агентство «Белта», були найманцями компанії «Вагнера», частини з яких воювали на Донбасі, на думку українських ЗМІ. Бійців затримали. Їх звинувачують у зв'язках з опоненткою Лукашенка на майбутніх виборах Світланою Тихановською. У ситуацію втрутилися спецслужби та влада України. Вимагають екстрадиції найманців з метою їх осудження. Тим часом посол Росії в Білорусі заявив, що бійці прямували у третю країну. Їхнє затримання голова служби зовнішньої розвідки Росії Наришкін назвав режисованою акцією. У свою чергу, державні інформагентства Білорусі на підтвердження винуватості затриманих посилаються на сайт «Миротворець», який європейці визнали екстремістським. А от іспанське видання «El Mundo» вважає затримання російських найманців неоднозначним та суперечливим. Мовляв, Лукашенко може цим скористатися для скасування майбутніх виборів. Російське МЗС, повідомляє видання, вже засудило затримання своїх громадян. Розмірковуючи про причини приїзду росіян до Білорусі, автор так і не згадує російську версію, що вони могли летіти через Мінськ до мусульманських країн для виконання військових контрактів. Свою версію озвучили журналісти швейцарської газети «Le Temps». На їхню думку, звинувачення затриманих у зв'язках зі Світланою Тихановською спричинено тим, що остання може скласти конкуренцію чинному президенту. Влада використовує членів групи «Вагнера», щоб налякати людей до голосування, придумуючи історію про російських активістів, пояснив Олександр Алесін агентству Associated Press. А от на думку цього незалежного військового експерта, який живе у Мінську, якби ці люди брали участь у змові, то вони не були подягнуті в стилі мілітарі і футболки зі словом «Росія» і не зупинялися б в одному місці. Слідчий комітет Білорусі оголосив, пише іспанська газета, що цих найманців підозрюють у підготовці масових заворушень. За кілька годин до цього генеральний секретар Ради безпеки Республіки Білорусь Андрій Равка заявив журналістам, що затриманих росіян підозрюють у підготовці терактів. За деякий час обвинувачення змінилося на підготовку масових заворушень. Кремль запевняє, що у них немає жодної інформації про незаконні дії цих громадян. Світові ЗМІ повідомляють, що Україна вимагає екстрадиції затриманих, а сам Лукашенко буде використовувати затриманих в якості заручників до моменту оголошення себе президентом. А з нами на зв'язку з Білорусі український журналіст та блогер Максим Равреба, який проживає в республіці вже протягом тривалого часу. Максим Равреба – український журналіст, політичний біженець. Тривалий час проживає в Білорусі. Максиме, привіт! Як ставляться в Білорусі до намагання України екстрадувати затриманих бійців, які нібито воювали на Донбасі? Давайте будемо мінімально емоціональні і максимально придерживаться фактів. Діло в тому, що Україна поки що не требувала екстрадиції каких-либо бойцов ЧВК или граждан Украины с территории Беларуси. Генеральная прокуратура Беларуси сегодня или вчера вечером распространила заявление о том, что украинская сторона пока что не требовала никакой экстрадиции. Точно так же абсолютно ложен слух о том, что украинский посол в Минске был вызван в МИД Беларуси для дачи объяснений. Поскольку мне ничего об этом не известно, ничего об этом не сообщалось. Взаимодействие между Белоруссией и Россией на уровне послов идет, и послы делают заявление. Следов участия украинского посла, украинского посольства или каких-то официальных представителей официального Киева пока что нет. Білоруська опозиція стверджує, що це зрежисована акція, так само говорить голова служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Як ви вважаєте, це передвиборчий хід Лукашенко, чи це справжня загроза для Білорусі? Ну, ми, опять-таки, можна судити по тим фактам, які опубліковані,
На территории Беларуси, в нескольких километрах от резиденции президента, в Дроздах, обнаружены 32 бойца частной военной компании, как об этом заявила белорусская сторона, и председатель КГБ Беларуси под камеру, под запись сообщил президенту своей страны. Это факт. Все остальное домыслы. Зачем они появились, как они туда попали, что они там делали, можно только догадываться. Если пытаться рассуждать, то признаки следующие. Проникновение такого количества военных с территории России на территорию Беларуси незаметно невозможно. Наверняка белорусская сторона об этом знала. Кроме того, все, почему-то абсолютно все, кто комментирует эту историю, забывает о том, что Россия перекрыла границу с Белоруссией из-за карантина. Лукашенко, как известно, не захотел вводить карантин. Но Россия карантин ввела, и в связи с тем, что Беларусь отказалась ввести карантин, перекрыла границу. Граждане Беларуси не могут приезжать на территорию России официально, и граждане России тоже не могут приезжать в Беларусь. Существует снятие ограничений для некоторых категорий граждан. Это или транзитчики, водители дальнобоя, или дипломаты. Никаких частных военных компаниях, военных речь не шла. Поэтому большой вопрос, как им удалось попасть на территорию Беларуси. У меня, согласно которой, они относились к транзитным пассажирам. Прилетев в Минск, они собирались лететь дальше куда-то. Это можно. Но в этом случае пассажиры не имеют права покидать территории аэровокзала. Но в связи с тем, что изменились планы у них, или у них действительно приехали не в гостинице, а в санатории. Санаторий – это учреждение Минздрава. Принадлежит он Федерации профсоюзов. Его можно отнести к категории элитных, как минимум 4 звезды, если сравнивать с гостиницами. И просто так поселиться туда нельзя, такой группе людей. Тем более, что они и карантинные правила это не разрешают. Соответственно, для того, чтобы поселиться в санатории, нужна медкарта и направление врача, справки, анализы и так далее. Я сильно сомневаюсь, что это все было у бойцов ЧВК. Но тем не менее, они оказались в санатории. Объясняется это двумя путями. Первое, это то, что в связи с рекомендациями Минздрава им могли предложить для пребывания в стране только санаторий, то есть медицинское учреждение. И второе, что напрашивается, это то, что была взаимная договоренность между белорусской и российской стороной, о которой никто не говорит. Пане Максиме, бійців Вагнера звинуватили у підготовці масових заворушень, але згадайте, Майдан у Києві готували не військові спеціалісти, а так звані спеціалісти з громадянських протестів, так званих мирних протестів за технологією Джина Шарпа. Чи не вважаєте ви, що найманці військові – це не зовсім те, що спеціалісти з Майдану? Безусловно, персоналі, я не знаком з тими, кого задержали, і чим вони займалися, в тому числі на Донбасі. Возможно, це, поскольку вони попали в ЧВК, соответственно, это специалисты высокой квалификации и не просто бойцы, а те, кто руководил, в том числе на Донбассе, тактическими подразделениями. Однако, как заметил бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков, такие люди ничего не понимают в зафронтовой работе. Вряд ли, если они действительно были направлены для дестабилизации обстановки в Беларуси, вряд ли предполагался их контакт с протестными массами. Тем более, что протестные массы не являются в Беларуси организованной силой, как это было на территории Украины. Что касается того, что методички Шарпа, не стоит так упрощать. Мы же знаем, что протесты 13-14 года были многослойными. Там участвовало очень много сил, были среди них и военные руководители, в том числе, если не ошибаюсь, это сотрудник СБУ, высокопоставленный генерал, у которого была собственная база на Трухановом острове. Но это сейчас к делу не относится. В данном случае
пока что это все и малообъяснимых событий, я имею в виду ЧВКшников в Минске. Российская сторона ведет против Беларуси в настоящее время информационную войну против Лукашенко. И часть этой войны – это утверждения, которые ловятся на лету о том, что Беларусь – это транзитная база для ЧВК, что порт – это хаб, через который ЧВКшники российские в Турцию влезают. Это прикрытие, которое сочиняется на ходу. Что там на самом деле, может быть, даже те, кто озвучивают эти легенды. Нет никаких доказательств, документов и каких-то оснований утверждать, что Минск является хабом для российских ЧВК. Тут скорее напрашивается версия о том, что в связи с карантином Россия не имеет авиасообщения с теми странами, с которыми Беларусь имеет авиасообщение, в связи с чем в случае, если работает ЧВКшников, они собирались перелететь в какую-то другую страну. Ну вот российская сторона утверждает, что в Турцию. Хотя все это вызывает очень много вопросов, и пока что эти версии все малоубедительны. Я вибачаюся, зараз деякі технічні неполадки, перед глядачами вибачаюся за низьку якість зв'язку, але як ви вважаєте, пане Максиме, чим закінчиться історія з найманцями, яких уже в останньому інтерв'ю Лукашенко назвав російськими військовими та закликав силовиків поводитися з ними обережно? Ситуація з задержаною частною воєнною компанією має дві сторони. Во-первых, Росія закону не имеет права признавать наличие частной военной компании российской в принципе, поскольку деятельность не разрешена российскими законами. И поэтому была придумана легенда о том, что это не ЧВК, а ЧОП. Но мы будем сомневаться в этой легенде, потому что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал о том, что ему ничего не известно о и существуют частные военные компании, мы относиться к этим словам с доверием, поскольку Песков в данном случае или лжет, или дезинформирует, или он плохо информирован. Частная военная компания Вагнера существует, у нее есть хозяин, и никто не скрывает, кто этот хозяин, это некто Пригожин, которого также называют поваром Путина. Но при этом частная военная компания, деятельность их в России не разрешена. А статья в Уголовном кодексе за наемничество есть. И за участие в вооруженных конфликтах на территории других стран без уполномочивания Российской Федерации. Точно такие же законы существуют и в Беларуси. В Беларуси деятельность частных военных компаний, естественно, запрещена. Наемничество запрещено и участие в конфликте на Украине, на территории Украины, строго преследуется. Для граждан Беларуси, разумеется. То, что Лукашенко озвучил глава КГБ название ЧВК и название Вагнер, это источник информации официальной. Это официально. Причем, я напомню, Лукашенко переспросил его под камеры. Вы уверены на 100%, что это частная военная компания Вагнер? Он сказал, да, это частная военная компания Вагнер. У нас нет оснований сомневаться в словах главы КГБ Беларуси. Что же касается того, что Лукашенко потом их назвал военными и призвал относиться к ним мягко, вежливо и так далее, мне кажется, это простая вежливость. Но российская сторона уцепилась за это. И я почему все время апеллирую к российской стороне? Потому что я с ним общался уже, они тоже брали у меня комментарии. И они не очень им нравится моя позиция, вот такая отстраненная. Они хотят, чтобы я выражал им поддержку. Я не могу. У меня нет таких оснований. Вот. Так вот они вцепились в это и говорят, что вот Лукашенко сначала их назвал ЧВКшниками, а потом уже называет военными. Я на этот вопрос отвечаю очень просто. В ЧВК вряд ли набирают поваров и парикмахеров. Вот. Ну и также тех самых цветоводов. Ну, только военных. Разумею. Они имеют звание. Ну как еще называть? До речі, як ви ставитеся до того, що в якості вини цих затриманих білоруські державні інформаційні агенції наводять посилання з сайту «Миротворець»?
провокативно сайту «Миротворець», до речі, є і ви, де я є, і дуже багато порядних людей там є. Так, да. Ну, во-первых, в «Миротворець» ці люди були внесені, ну, як заметили некоторые там наблюдатели, там телеграм-каналы, блогеры, эти люди были внесены в «Миротворец» буквально, ну, чуть ли не в день с их задержания. Это уже подозрительно. Но мы же знаем, Руслан, я как бы, ну, участники, пользователи «Миротворец», имеющие там аккаунты, мы знаем, что в «Миротворец» может кто угодно вписать кого угодно, не сходя со своего места. То есть, ну, я впишу там туда Путина или кого-нибудь еще, например. Ну, и, по крайней мере, оно туда попадет. Я не знаю, там как там с модерацией, но такой профиль создан будет. То есть, кто-то это мог создать. И нюанс. Дело в том, что я уже сказал о той вот очень серьезной кампании против Беларуси, которую ведет российская сторона. Причинам. У них свои причины для этого есть, я сейчас это не обсуждаю. Я только констатирую, что ведется информационная кампания очень мощная, похожая на информационную войну со стороны России против Беларуси, против конкретно. Эта информация о том, что они попали в «Миротворец» день в день, была использована пропагандой российской, с тем, чтобы возложить вину за это на белорусскую сторону, что, мол, белорусы, чтобы иметь основания для там, задержания и для дальнейшей кампании информационной, внесли их в «Миротворец». Но есть и другая сторона. Дело в том, что... и в связи с этим возникла версия о том, что белорусская сторона сотрудничает с СБУ, что КГБ сотрудничает с СБУ и с Украиной. Это тайная спецоперация по дискредитации России. Ну, опять-таки сомнения. Дело в том, что против России ведется информационных разных компаний, столько поводов, в частности Украиной, там, Соединенными Штатами, Евросоюзом, что эти ЧВКшники, ну, они звучат в этой связи как-то смешно немножко. Вот. Но игнорировать, конечно, это нельзя, безусловно, кем-то это организовано, кем-то используется, но нужно четко разделять. Изначально действительные задачи ЧВКшников и принимающей стороны, то есть тех, кто их отправил, и тех, кто их принял и разместил в санатории. А также последствия громкого информационного скандала. Это совершенно разные явления, которые имеют разные последствия. Все, что возникло после задержания ЧВКшников, это информационная кампания, призванная или очернить их, или обелить. Ничего общего с реальностью это все не имеет, и настоящая причина, по которой 32 бойца ЧВК, это целый взвод высококвалифицированных солдат, оказались в Минской области посреди карантина и перекрытых границ, мы никогда, боюсь, этого. Выборы, до выборов неделя осталась. Безусловно, пребывание взвода ЧВК возле резервации президента Беларуси за неделю, полторы недели до очень серьезных таких вот напряженных и достаточно нервных выборов, ну, это не очень хорошее событие, и Беларусь тут несет ответственность за него в меньшей степени, в самой меньшей. Ну, как-то так. Дякую. Пане Максиме, дякуємо вам, що ви знайшли для нас час поспілкуватися у прямому ефірі. Нагадаю, що з вами був я, Руслан Коцаба, і ми говорили про майбутні вибори у Білорусі та українсько-білоруські відносини. Пам'ятайте, за вами стежать.